Лечение пеной. Новая процедура в санатории «Горняк». Оздоровление дыхательной системы, профилактика аллергии, плюс косметическая процедура. Три в одном и всего за 15 минут. Пено-солодковая ванна очень востребована. Пациенты уже записываются в очередь за месяц вперед. О чудодейственной силе трав и новых приобретениях «Горняка» расскажет Наталья Николаева. Как ощущения? Отличные. Очень нравится. Искупаться в пене, но не из алкогольных напитков, а лечебных трав. Теперь может каждый желающий, независимо от возраста и пола. Солодковые ванны – настоящее удовольствие. Кроме оздоровительного и расслабляющего действия, они обладают прекрасным косметическим эффектом. Кожа после приема становится мягкой, гладкой и шелковистой. Солодка – это чудодейственная трава, которая оказывает противовоспалительное действие, противоаллергическое, иммунокорректирующие. Значит, солодка применяется при заболевании бронхолегочной системы. Это такие заболевания, как хронические бронхиты, бронхиальные астмы. Расслабляющее действие основано на свойстве пены вызывать приятное тепло и чувство невесомости. Густой экстракт солодкового корня при взбалтывании с водой образует плотную, устойчивую пену. В отличие от ингаляции, сразу лечится все. Пузырьки проникают сквозь кожу, тем самым воздействуя на весь организм. Из компрессора подается давление, как я сказала, в двух положениях, в зависимости от того, чего мы хотим, какого эффекта мы хотим добиться. Значит, примерно 100-150 килопаскалей сжатым воздухом. Компрессор нагнетает воздух, вспенивает вот этот экстракт солодки, образуется пена, которая оказывает свое лечебное действие. И в течение 15 минут пациент находится в ванне. Для тех, кому сложно лежать, санаторий приобрел новые сидячие ванны. Старые 2 года назад вышли из строя. Жемчужные, травяные, пузырьковые. Они удобны для людей преклонного возраста. Хорошие новости и для любителей здорового питания. Препарат «Биовестин» вновь входит в ежедневный рацион отдыхающих. По показаниям врача-терапевта выдаем, назначаем «Биовестин». Это препарат, который улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, содержит живые бифидобактерии, очень хорошо действует на пищеварительный тракт. Озоны и лазеротерапия, массаж, физио- и водные процедуры, а также консультации узких специалистов в комплексе дают хороший оздоровительный эффект. Наталья Николаева, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».